столовая. Здесь столовая, да? Угу. А на сколько мест? Самое место. Ну, не знаю, там по-разному. Две душевые, вожатская, внутри вожатской тоже душевая с туалетом. Это комната для детей, это комната для детей, здесь холл, комната для детей, комната, здесь тоже может быть вожатская, может быть комната для детей. А помещение зеркальное. Здесь наполовину делится. Ровно одинаковое. Здесь получается два душа, да. Душ один, душ второй. Одноэтажный. Здесь один корпус, второй, третий. И четвертый. Раз, два. И там дальний четвертый. А там дальше уже ничего нет, да? Там дальше нет ничего. Угу. Ну там они маленький такой, старый церковь есть. Вот там. А озеро, не озеро там? А вот озеро. Озеро, вот, пожалуйста. Вот там озеро, на него можно ходить. Ладога, да. Ага. Я все нормально вообще. Озеро. Вот корпуса. Все недалеко. Вот здесь такой. Но они не купаются, наверное, да? Так что так. Холодно всегда. Хоть летом, хоть зимой, один. Вот так можно залезть. Только быстро главное. Ну, вместе, да, мы привыкли. Да, красиво здесь. Открыто, да? Ну, загляну, да, сейчас. Ну, там скамейки просто лежат. Опа. Палатки не видно. Ага. Да, кинопроектор здесь. Да, кинопроектор, какие-то играющие, там какие-то слова пишут. Надо там. Ага. И да, и позаниматься здесь можно. Отлично. Очень, ну, хорошо. Да. Не знаю, всем здесь нравится. Это вожатская, да? Да, да, да. Вожатская вместе. Там душ, туалет. Вместе с душем. Да, вместе с душем. Да, здесь душ есть. Да, ну, а для деток там отдельно. Ну, кабина. Ну, здесь 4 места. Ну, там кровать как-то... Шкаф, там, ну... хочет переставляется, то по 2, то по 4, непонятно там. Ну, это... можно переставить, да, если, да, что. Да, и все как хочет, так таскают, таскают куда, чего. Угу. Ну, здесь душ, туалет. Вот. Здесь в каждом, да, душ, туалет? Ну, это для деток. А. Для деток. Одну сторону, получается, для девушки, одну сторону там пацаны, ну, девушка и пацаны там, ага, не зашли. А, это туалета. Туалет. Отлично. Душ. Это запасной туалет. А, это. И душки. Отлично, очень хорошо. 4 душа. 5, 1, 2. 4, да. Ну, это, например, мужской, да? Ну, да. Кто как поменяет там, в ту сторону будет. Ага. Это как класс там будет здесь тоже. Заниматься. Ага, здесь кулер, столы, занятия. Кулер это убрали, это в каждом коридоре стоял, если почти. Ага.
А здесь теннисный, для тенниса стол стоит большой. Ну, сейчас убрали просто. И теннис играет здесь тоже. Это диван просто наверху. Здесь диван не стоит. Диван обычно, ну, вожатые там все там занимаются, они сидят там. Нет. Ну, я сейчас покажу. Тоже там один. Тут вода, кучка. Ну, остальные там полные. Ну, то же самое, да? Это первый этаж. Ну, второй этаж такой же, да? Второй этаж такой же, да. Чуть-чуть просто... Здесь есть чуть-чуть такая площадка, там где диван. Ну, вожатые там сидят, там что-то. Видишь, там план делается. Ну, вот здесь центральный. Сейчас просто закрыто, поэтому я отсюда вижу. Ну, да, Вот здесь второй этаж. Вот тут левый вожатый диван вставляет, сидят, лёгкие. Ага, да, здесь... Да, занимаются они постоянно, здесь вожатые сидели. Вожатые сидели, обсуждали что-то, да? Ну да, обсуждали что-то. Здесь такая детская. Здесь много народу не поместится сюда, да? 72 человека на одном этаже. По 36 в каждом крыле. 144. Ага. На весь корпус. На весь корпус, да. Это только дети. Да, это только дети, да. Молодцы. И там еще что-то, да? Или это уже? Нет, там.